отмечают День памяти жертв коммунистического геноцида. В этот день, в 1949 году, около 43 тысяч латвийцев были депортированы в Сибирь. Во многих латвийских городах сегодня пройдут памятные мероприятия, в том числе в Екапилсе, Лепе, Резекне и Риге. В столице основные мероприятия пройдут на станции Шкиротава, откуда отбывали поезда с депортированными. Позже от музея оккупации до памятника свободы состоится памятное шествие и возложение цветов. Историки называют депортации 49-го года одними из самых трагических дней в истории современной Латвии. И к этой минуте у меня...